Привет. Вот мы едем в автогауз. Купили мы новую машину с Гали. Себе сделали подарок на Новый год. Да. Сейчас едем в наш водоем. Да. Сегодня мы вот сейчас едем. Там красный. Ну, ты можешь. Стоп. Это наша последняя поездка на этой машине, можно так сказать. Да? Ну, мы ее продаем, потому что места мало в ней. Дети сзади, да? Да. Постоянно это не могут током пристегнуться. А сейчас взяли побольше машину, там больше места. Ну, мы обзор покажем потом машину. Да, машина у нас будет, ну, сколько ей, 4 года, почти новая. Она, конечно, вся там, ну, покажем вам, она там вся напичкана всякими там, все по-модерному. У нас тут вот передачи надо переключать самим, да, а там уже у нас будет автоматик. Там уже будет автоматик, как мы хотели. Ну, еще надо нам привыкнуть на автоматик ездить. Да, я еще, например, никогда не ездила на автоматик. Это мне надо, чтобы мне показали. Чтобы мне мой брат показал, как это все надо ездить, как где что правильно нажимать. И там все на кнопочке, там даже нету вот это вот, да, ключ не надо даже сувать. Надо, чтобы он только был у тебя в кармане, там вот, кнопочка нажимаешь, она завелась, короче, и погнали. Будет удобнее, наверное, на ней ехать, да. Но она, конечно, если так посмотреть, разобраться, да, тут будет такой большой экран, навигатор. Она своих денег стоит, конечно. Но она и мощнее, чем это. Да. Ну, не, конечно, и ИПСов больше, и все, да. Ну, нам не надо гонки гонять на машине, естественно, это, но она так вот. Больше, и там багажник больше, и дети места там больше, даже сзади есть эти сиденья греются, обогреваются, спереди обогревается, все. Главное, что багажник большой. И багажник, да, еще багажник большой. Мучаемся. Много чего не запакуешься, куда-то в Ульяб едем. Отдыхать. Да, кто уже давненько с нами, то может кто видел, когда мы на машине ездили там в отпуск, то да, там это. Да. Как мы забиваем наш багажник и стараемся тоже взять самое необходимое, ничего лишнего, чтобы все залезло в багажник, еще и в машину, дети рюкзаки, там на свои сумки еще ставили небольшие, вот это вот, да, ну вот так, это, ну вы увидите, да, сейчас мы едем ее уже забирать, как говорили уже, вот, это наша последняя поездка на этой машине. 6 лет она нам прослужила, мы ее продаем. Сейчас сразу же и покупатель приедет ее забирать. Будет сразу все, подпишем бумаги. До свидос, можно сказать. Ну ладно. Сейчас встретимся уже с новой машиной. Ну вот, приехали за нашей новой машиной. Сейчас еще последние документы доделаем. И можем забирать. Ну вот, все, забрали ее с автогауза. Машина новая. Passat 2.0, объем у нее. TDI, дизель. Делаю такой небольшой обзор ешний. Вот у нее зеркала сами закрываются, открываются. Здесь машину закрываешь, чтобы другая встречная машина ехала, не сбила она. Зеркала она. Вот так вот. Удобно очень. Я покажу обзор сзади. Конечно, у нас всегда машина была маленькая, но это теперь у нас получается она такая вот длинная стала, да? Passat он и есть длинный, зато много места теперь для детей. Сюда багажник, как я говорил, маленький, ничего не положишь. Сейчас багажник большой. Откроем.
Вот смотрите. Вот смотрите, какой багажник. Если дети с нами едут, что-нибудь перевозить, вообще идеальная вещь. Здесь есть такая кнопка. Нажимаешь ее, и сиденье откидывается. Еще больше можно положить. Также можно здесь зарядка втыкать. Это кюльбок с собой брать. Если холодные гитринки с собой возить, сюда подключаешь и все. Сейчас здесь откроем. Еще сюда можно много чего ложить. Запаски нету. Тоже можно много чего ложить. Также сзади места для детей вообще много. Могут еще ноги наперед. Не так, как раньше они там щемились на старой машине. Так, что у них здесь есть? Здесь есть Sitzheizung у каждого. Также они могут себе климу включать, охлаждение или подогрев. Тут тоже каждый себе может. Так, пойдем дальше. Нам очень понравилась эта машина. Машина вообще идеальная. Ну, просто к ней надо привыкнуть. Мы всегда на шатьге трибы ездили, а теперь автоматик. Всегда надо было самому переключать, а это автоматик. Ну ничего, потихонечку привыкнем. Пойдем фара за эти. Сейчас. Вот такой большой монитор здесь. Тач. Вот автоматик. Также хандбремзы. Уже не надо этот ручник тянуть наверх, на низ. Уже нажимаешь здесь кнопку наверх, спускаешь на низ. Также здесь теперь места тоже больше стало. То, что раньше мы чуть, блин, не вместе, не в обнимашку сидели, но... А сейчас уже на расстоянии. Также теперь ключ. Как в той машине мы его цак заводишь, да? В этой машине теперь она так не делается. Она. Ключ должен просто в кармане быть. Нажимаешь сюда. И машина заводится. Сейчас радио выключу, потому что в Ютубе нельзя, чтобы радио играло. Ну, конечно, привилегий много. Навигатор есть. Если кто звонит, не надо. Раньше я хендик брал. И вот так вот вообще... Ну, за это штраф дают. Нельзя с хендиком разговаривать. А тут теперь, если кто-то звонит, на кнопку здесь нажимаешь. И можешь разговаривать. Ну, что еще? Одно еще преимущество покажу. Кто спереди сидит за рулем, у него еще массаж есть. Если далеко едешь, то на кнопку нажимаешь, она тебя массажирует на спину. Также электрише ЗИЦ. Спускаешь вниз, поднимаешь вперед. Здесь также вверх-вниз. Клима. Тут можешь добавлять температуру с одной стороны. Хайцинг с другой стороны. Тепло, холодно. Также здесь хайцинг. Обогревание, как это, сиденье. Мы еще толком тоже во всем не разобрались, еще надо. Машина новая, все понять, что к чему. Но
Ну ничего, потихонечку научимся. Как я говорил, на автоматик мы еще ни разу не ездили, но ну потихоньку уже получается. Еще жене надо тоже научиться на ней ездить. Но намного удобней. Не надо уже мучиться так. Ну. Здесь вот как мы в парк ездили, постоянно этот куплинг надо было нажимать. Сколько там километров проехали по кругу, но а тут только тормоза и газ. Все на этом, больше ничего не надо делать. Так, дальше. Вот фары. Уж не оли. Также и с другой стороны. Конечно, причиндона у нее сильно много, но. Ну ничего, потихоньку разберемся, что к чему на. Главное, что теперь для детей сзади места много, багажник большой, можем паковать и на отдых куда-то ехать на. Так что всех с Новым годом! Желаем вам удачи, здоровья, чтобы ваши мечты сбылись, что вы там себе в этом новом году пожелали. Ну и до новых встреч. Мы еще пару дней у тещи побудем, Новый год будем отмечать у нее, а потом тоже уже домой поедем. Всего хорошего вам. Спасибо за просмотр. Мы вас любим. Спасибо вам за хорошие комментарии. До новых встреч. Пока.